Жил-был художник. Заказов, ну, вообще никаких нету. Из академии меня вон выперли с кафедры. Сейчас проблемы. Деньги нужны позарез. Ты как? В чудеса веришь? Вот если «Зенит» у «Реала» выиграет, вот это будет чудо. Ты дурак! Мясоедов, искусствовед. Готовлю большую монографию об искусстве соцреализма. Я хотел бы небольшую экскурсию. Там у вас что? Всякий хлам. Чьи это работы-то ваши? Мои, видимо. Вы же задницей сидите на кладе. Это же миллионы стоит. И вдруг под старость обнаружилось, что он гений. В пантеоне советского авангарда 20 века вспыхнула новая звезда – Николай Ферапонтов. Я писал то, что диктовало мне мое сердце. Прёт, как дышит. А я ведь даже не замечал, что он этим делом занимается – абстракционизмом. Ну что, дед, ты у нас теперь знаменитость. Крохин, ты? Так я. Химсон, я ж думал, ты помер. Не дождётесь. Украл ты у меня славу. Много не прошу, половину. Так а чьи это работа-то? Родной ты мой, ежели я инициирую экспертизу, короче, 25%, то я молчу как рыба. Прошу немного, 20%. Вся эта история останется между нами до гробовой доски. Как творчество, фуфыжник. Мы слыхали, у тебя пруха пошла.